Всем привет, это гороскоп, и я Главицкая, и я скажу, каким будет ваш день. Лучше в этот день вам побыть настоящим тихоней и не ввязываться в неприятности. Все ваши неприятели в этот день точно убедятся в том, что с вами лучше не шутить. В этот день особенно будьте внимательны к вашим домочадцам. Вы в этот день наслушаетесь сполна критики, но зато она поможет вам принять верное решение. Этот день, может быть, вам и покажется скучным, но таковым он точно не будет. Вспомните о красоте собственной души и забудьте о том, о чем говорят ваши недоброжелатели. Все ваше неприятное общение в этот день лучше свести к минимуму. В этот день вы будете находиться в относительном покое, обдумывая свою жизнь. Освободитесь от чужого вмешательства, и тогда вы точно сможете многое успеть. Особенное внимание в этот день лучше уделить семейным и родственным отношениям. В этот день вы сможете обрести то, о чем давно мечтали – покой и дружбу. Этот день будет нести для вас что-то очень важное. Не пропустите это. Это были гороскопы, я Главицкая. До встречи!